Это все произошло 1 января в час 47. У них было наступление, и в ходе боевых действий, конечно, было ранение. Он наступил на мину, и так случилось, что часть ноги он потерял. Потом их перевели в Ростов, из Ростова перевели в Москву, и сейчас на данный момент он находится в очень хорошей клинике, в госпитале, точнее, имени Мандрыка. Вы знаете, Министерство обороны продумало здесь, я так скажу, знаете, как перфекционисты, все для людей. Я сама была в этом госпитале вчера и скажу, что я увидела только высокий уровень всего того, что там происходит. Лечение, обращение с людьми между собой, медперсонал, насколько обратная связь своевременно идет. Поэтому, знаете, я очень горда, что у нас есть такая клиника. Я про госпиталь сейчас говорю в Москве. Поэтому только огромная благодарность за то, что сейчас происходит. И насколько сейчас восстановление и лечение – это очень важный момент и процесс его жизни. Наш настрой очень важен для них, знаете, не плакать, а ждать, думать, надеяться и верить в самое только то, что хорошее. Безусловно, они для нас все герои. Да? Для меня мой брат – это самый-самый невероятный герой во всем мире. Ведь он пошел защищать меня, мою семью, моих близких, нашу всю родню, наших всех знакомых. Это делается все для того, чтобы мы дальше жили в комфортной жизни.